Заболеваемость коронавирусом в Ульяновской области идет на спад, но это не повод для того, чтобы расслабляться. В планах главы региона снять ограничения к лету, а это значит, что необходимо достичь нулевой заболеваемости. Она такая федеральная таблица. Мы видим о том, что прирост за сутки уже на протяжении нескольких недель, а не недели, не 10 дней, там, а значительно больше, у нас значительно ниже, чем у абсолютного большинства регионов Российской Федерации. Ежедневно в Ульяновской области проводится не менее 3000 исследований на ковид. Еще несколько месяцев назад людям приходилось ждать результатов по несколько суток. Сейчас же ситуация выправилась. Пациенты получают ответ через 6, 8 или же 10 часов. Есть определенные группы граждан, которым необходимо. Это лица с заболеваниями, остро-респираторными заболеваниями, лицами с подозрением на пневмонии, лица с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, лица, подлежащие плановой госпитализации. В декабре прошлого года было сделано более 44 тысяч исследований. В январе цифра выросла до 60 тысяч. Напомним, лабораторию областной больницы в 2020-м установили автоматическую станцию выделения нуклеиновых кислот. Такой же аппарат привезли и в детскую областную больницу. С помощью этого оборудования лаборанты ПЦР-отдела стали быстрее справляться с задачей. Проще говоря, большую часть ручного труда доверили роботу. У нас ускорилась работа, и нам стало значительно легче, потому что мы работали, когда были большие объемы, мы работали на износ. Для быстроты и оперативности в этом году появится еще одно новшество. С 10 февраля результаты анализов будут присылать пациентам по СМС. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.